В администрации Люберец провели еженедельное оперативное совещание. Начальники управления рассказали об итогах проделанной работы за минувшую неделю. С 18 по 24 октября в межмуниципальное управление МВД обратились 1900 раз. По 37 случаям возбудили уголовные дела. Также произошло 192 дорожно-транспортных происшествия. Здесь с четырьмя пострадавшими. Так, личный состав сейчас готовится к постановлению губернатора Московской области за номером 387 21.10 по локдауну для того, чтобы совместно с администрациями, совместно со всеми приступить к проверкам с 28 числа по тому, чтобы соблюдался указ президента, соблюдалось постановление губернатора Московской области. Продолжаются плановые работы по благоустройству округа. Завершается реализация программы «Светлый город». На данный момент установлено 400 опор освещения и заменено 440 светильников. То есть всего было запланировано 413 опор, установка 457 светильников. Данные работы будут завершены до 1 ноября. Уважаемые жители, по всем вопросам работы уличного освещения просим обращаться в единую диспетчерскую службу нашей обслуживающей компании «Энергострой» или в управление ЖКХ по прямым номерам телефона или в социальных сетях. Благоустройство ведется и на автомобильных дорогах. За прошедшую неделю заделали 18 ям. В рамках проекта «Доступная среда» на трех тротуарах выполнили работы по понижению бордюрных камней и установке тактильной плитки. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.